Ажурный узор, сеточка из скрещенных столбиков. Вот схема этого узора. Схему, как всегда, вы сможете найти на моем сайте, ссылочка будет под видео. Раппорт узора 4 петли. Для того, чтобы показать вам на трех раппортах, я набрала 12 воздушных петель. Теперь замечаю 12-ю петлю и делаю еще 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. А теперь, как вязать вот эти скрещенные столбики. Есть разные варианты, как они вяжутся. Я покажу вот именно вариант для этой сеточки. Делаем 2 накида. Входим в отмеченную последнюю петлю начальной цепочки. Провязываем 1 накид. Делаем еще 1 накид. Отступаем 1 петлю начальной цепочки. Провязываем также этот накид. А вот теперь мы провязываем вот эти вот 2 столбика. 2 петли и довязываем последний накид стандартно. Воздушная петля, столбик без накида мы вяжем вот на верхушечке вот этих вот столбиков, как бы с общей вершиной. Получаем вот такой вот скрещенный столбик. Воздушная петля, 2 накида, отступаем 1 петлю начальной цепочки, провязываем 1 накид, делаем еще накид, отступаем еще 1 петельку, провязываем этот накид, а теперь провязываем 2 петли, оставляя вот этот последний накид. Довязываем этот накид, воздушная петля, и столбик с одним накидом, входя вот в эти вот 2 петли, которые у нас от нижних столбиков. Воздушная петля и еще такой же скрещенный столбик, 2 накида, пропускаем 1 петелечку, 1 накид провязываем. Делаем накид, пропускаем еще 1 петлю, накид провязываем, 2 петли вместе, довязываем накид, воздушная петля и столбик с одним накидом под вот верхушечку этих нижних столбиков. Вот такие получаются скрещенные столбики. В конце ряда столбик с двумя накидами в последнюю петлю цепочки. Вот он первый ряд. Второй ряд начинается похитрее, чем первый. 2 воздушных петли, поворачиваемся. Столбик с одним накидом вот на крайнем скрещенном столбике. Еще 2 воздушных петли. И еще столбик с одним накидом на вот верхушечке только что связанного. И дальше продолжаем вязать такие же скрещенные столбики, как в первом ряду. 2 накида входим в крайний, провязываем накид, еще накид в следующий, воздушная петля, и дальше вяжем такие же скрещенные столбики, как в первом ряду. 2 накида входим в крайний столбик, провязываем 1 накид, еще накид следующий, провязываем накид, 2 петли вместе, довязываем этот столбик, воздушная петля, столбик с одним накидом, будем считать серединку скрещенного столбика, воздушная петля, 2 накида, следующий столбик. Провязываем 1 накид, еще накид следующий, провязываем накид, 2 петли вместе, довязываем, воздушная петля, накид, последний столбик в этом скрещенном. Воздушная петля. И в конце ряда мы вяжем немножечко другой столбик, такой вот, без воздушной петли.
Также накид. Следующий столбик мы вяжем под петли подъема. Также провязываем 2 вместе, довязываем. И здесь без воздушной петли сразу делаем столбик с одним накидом в серединку. Такой второй ряд. И дальше следующий ряд тоже, в общем-то, похож на первый. 4 воздушных петли. Тут вся разница в начале и в конце ряда. Здесь мы вяжем вот на этом вот столбике первый, накид на следующем, 2 петли вместе, довязываем, воздушная петля, столбик с накидом как бы в центр, воздушная петля, следующий столбик, накид. Соединяем 2 петелечки, довязываем, воздушная петля, столбик с накидом в центр. Еще давайте последний, воздушная петля, следующий столбик, 2 вместе, довязываем, воздушная петля, столбик с одним накидом. В этом ряду столбик с 2 накидами мы вяжем вот под петли подъема. И дальше повторяется второй и третий ряд. Давайте покажу, как этот узорчик выглядит на большом образце. Вот такой образец у меня получился. Очень такая интересная сеточка. То есть здесь вот можно прочитать, ну, вот такие вот шестиугольные как бы отверстия. Видно какие-то вот звездочки такие шестиугольные, если присмотреться. В общем, очень такая необычная сеточка. Интересная. Попробуйте, вяжется она несложно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много разных вязальных идей и хитростей. У нас с вами много интересных неразобранных узоров и сложных схем. Не пропустите все это. Удачи вам и легких петелек!